всех. Это снова лунный ландшафт. У нас зима. И мы в лесу. В лесу на Карельском перешейке с друзьями. Скорее всего, перешейка. Вот выехал на финские позиции. Вот, уже для разогрева. Вот такую вот яму тут покопал. Ну, пока находок не густо. Кое-какие попадаются, но пока ничего такого особо дельного. Но вот тут вот что-то уже есть. Что-то есть. Вот тут у нас батарейка немецкая Цайлер. Вот. Вот такая вот пряжка от конской упряжи. Это вот от подтяжек, наверное, финских запчасти. Вот такой станочек был прикольный, бритвенный, с такой тоненькой ручечкой, но не все запчасти я от него нашел, третью запчасть не нашел. Вот такой вот, ну, прикольный. Ну, это вот остатки противогаза нашего резанные, велосипедный ключ, да. Вот тоже, наверное, конская тема. Патрончики наши. А, или даже не наши. Финские. Да. 39-й год. Финские патроны. Какие-то зацепы. И вот товарищ тут принес гильзы. От нашей пушки авиационной. ВЯТ-23. Такая вот. Ну, мы только начали. Сейчас еще что-нибудь найдем, покопаем. Ну и там ребята тоже работают. Посмотрим, что у них. У них, наверное, тоже что-нибудь есть. Вот ложечка накопалась, вот еще железная, вот такая, не первой свежести. Ну. Что есть, то есть. Чернильница была вот прикольная, но дно потерялось. Ой. Так, вот у нас очередная яма, тут копаю, появляются уже находки, у нас тут медицинка финская, такой вот пузыречек попался, тарелки битые в количестве идут, ну а тут у нас колосики, сзади Арабия, Суломия, Финляндия. Все как положено, но тарелок много, но вот все побитые. Ну и классика жанра. Пробочка Алко. Ладно, мы сейчас еще поищем. Так, у нас это батарейка вылезла. Такая радужная гольф, батарея. Ну, немецкая, ББФ. Прям любили они немецкие батарейчики. Такая вот батарейка. И, а это у нас, по-моему, финская батарейка. Ладно. Да, а это Айрам. Лампочки еще попадаются. Он похуже состоянием. Но батарейка. Давай посмотрим, что ли, поглядим. Показалась еще какая-то мензурка, похоже. О, смотри-ка. Я думал, это такая медицина под пробку корковую. А это у нас посимпатичнее даже. Граммчиков на 15, наверное, на дне будет написано. А, еще посмотрим. Десятка, пятнашка. Пятнашка, нет? Да. Под бакелитовую пробку. Порошочек какой-то был.
Какой-то там, ну да, там что-то такое желтенькое внутри. О. Так, там, значит, мы яму докопали и переместились сюда вот. Тут такая небольшая ямка. У нас тут груда кирпичей. Ухулены. А под ними вот показалось какое-то стеклышко. Что-то такое. Какое-то... Донце почисти. Бутылек. Ну. На самом дне посмотри, есть буквы СКИ? Да не, это походу медицина. Медицинская какая-то. А, ну да, уже длинновато для масленки. Потому что там, походу, циферки. Граммчиков на 200. Да? Да, 200. Ну, вот такая вот коричневая бутылка медицинская на 200 миллилитров. Облом, конечно. Ну, то неплохо. Ну, тут губу, конечно, раскатался, раз тут масленки. Ну, а тоже. Попадались. Вот у нас тут еще один бутылек такой большой показался. Есть предположение, что это рыбий жир. Возможно, даже с пробкой. Финский. Обо что-то еще трется. Ну да, он и есть. Без пробки, правда. Вон на вышку. Да. АВ. Что переводится рыбий жир. Вот такая вот. Или жирный рыб. Ну, кстати, тоже вариант, да. Вот такая вот бутылка. Не маленькая. Яму я тут подзакончил. Кирпичиков накопал нормально. Вот что баночка вылезла. Это у нас крем Невея. Вот так вот. Пойдем дальше поищем. Так, копаю тут вот еще. Ямка такая небольшая, в принципе. Попадаются кое-какие находки. Вот тут батарейка. Чашечки битые. Горшочек битый. У меня, кстати, клеймо такое было. На горшочках не встречали таких клеем. Как, впрочем, и других клеем, в принципе, на горшочках. На керамике вообще не было ничего. Вот. Рюмка такая была классная. С колосиками. К сожалению, поколотая. Рхенонит вылезла. А, это нет, немецкая расческа. Ну так вот, видимо, к батарейке прилагалось. Рхенонит. Мы такие черные находили. А батарейка, да, батарейка вот. Я и свастику сдул, чтобы не разжигать. Орел остался. Ну вот, и тюбик у нас тут зубной пасты. Тюбик в ютубик. Йод каликлора. А тут тогда купите расческу, батарейку получите в подарок. Зубная паста. Так, что-то у нас еще же. А! И вот у нас еще чего. Очки. Гельмут уважный. Ага. Только потерялось стеклышко одно. Надо где-нибудь найти. Что там, еще один окуляр остался, что ли? Да, одного нет. Это же эти, блин, у этого. Да, это подымал, такие же. Он еще и фотки потом скидывал, где финны в них красуются. Это типично финские. Так я тоже такие находил, по-моему, только у них ухи были загнуты. По-моему, ты такое еще находил на этом, на карьере. Там же тоже у тебя очки были. Или там немножко узорные были? Там я уже не помню. Просто это уже четвертые очки. Ну это в прошлом году копались там. Ну вот я подзабыл, что ли.
Темнотища. Смотрите, какая кошка. Мощная. Такая, какая-то баклитовая. Часть непонятная. Баночка из-под гуталина негролин. И вот такая вот еще крышка от банки. Тоже гуталин. Железная. Кас-кас. Кас-кас. Такая вот баночка. Оп. Угу. Покопаем еще. Еще что-нибудь посмотрим. Так. Бутылек какой-то показался у нас. Медик? Нет. Не медика. Не медика. Царская какая-то. Пробка бакелитовая. Не-не-не. Пробка бакелитовая. Но надписей нет, а спереди... Спереди должен быть этот... Под этикеточку. Бумажная этикетка должна быть. Да-да-да. И снизу. Что-то я не вижу ничего тоже. Покопал вот я еще тут эту яму. В принципе, я практически докопал. Да, что у нас тут? Ложка железная. Щетка была. Деревянная. Масленка ружейная, итальянская. Цинковая. В отличном состоянии. Вот она работает, что там. Иголочка, масло, все как положено. Протирка. Ёршик. Сок расчески. Патрон итальянский. И аккумуляторы. Тут колечко хотел показать, интересное. Оно, конечно, хоть и помялось, но орнамент. О. Сейчас вот винтовки скрещенные и каски. Они же шлемы, они же каски. Вот так по кругу идет. Угу. Нагреть и выправить аккуратненько. Вот это покусал его колечко. Не? Кто-то делал пломбу. Да-да. Все, ребятки, что-то подустал. Находок больше как бы толковых нет. Но пора ехать. Такие вот ямы, в которых всякий мусор только беспонтовый. Неинтересно, в принципе. Вот. Так что увидимся в следующий раз. Это был Лунный Ландшафт. Всем пока. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, жмите колокольчик. Ну, увидимся уже где-то в другом месте. Ну и на Карельском перешейке тоже когда-нибудь увидимся. Еще раз еще, конечно же.